Вдохнуть новую жизнь в казенные предприятия, а заодно избавить бюджет от лишних трат. Программа приватизации призвана снизить государственное вмешательство в экономику. Но за год удалось продать лишь 173 объекта из 313 запланированных. Почему так происходит и какое именно госимущество пытаются отдать в чужие руки, выясняла Назия Туякова. Визитная карточка Алматы, дворец республики, дорогой в летописи истории первой столицы суверенного Казахстана, сегодня дорогое удовольствие для бюджета. В год набегает свыше миллиарда. Возможно, баснословное обслуживание и стало причиной того, что дворец был включен в список. Однако чиновники все это опровергли. Всех ввело в заблуждение то, что в списке объектов есть товарищество с ограниченной ответственностью, таким аналогичным названием, которое управляет этим зданием. Но в здании не находится в собственности этой организации. Здание не продается. Включили в план приватизации алматинский цирк. Однако могут и передумать. Вопрос об его исключении из списка сейчас обсуждается чиновниками. А вот «Казахфильм» все же продадут, вернее, 49% его акций. Правда, сроки продажи передвинулись на 2016-й. В Астане поначалу хотели приватизировать одну из главных визитных карточек столицы – торгово-развлекательный центр «Думан» с уникальным океанариумом внутри. Однако в Минфине заверили, продавать любимый народом комплекс не намерены. Да и зачем? Нерентабельным его трудно назвать даже обывателю. Нерентабельность и непрофильность. Именно поэтому и хотят освободить бюджет от сотен объектов по всей стране. Коммунальные предприятия, автобусные и троллейбусные парки, специализированные школы, стадионы, подведомственные санатории и даже футбольные клубы. Чиновники из Минфина полагают, всем этим будут лучше заправлять предприниматели. При этом социальные объекты, по их словам, никто трогать не собирается. Хотя на деле все совсем не так. Давай. Крупнейший стадион Петропавловска и всего региона, любимый в народе «Караса», его тоже могли продать. Название стадиона, по крайней мере, включили в план приватизации. Но и это, к счастью, опровергли. Если в регионе это единственный стадион, который действительно обеспечивает какие-то социальные гарантии, ну, такие объекты мы не продаем. 3 года функционировал как стадион. По прошествии 3 лет его перестроили в ресторан. Жительница Петропавловска Кристина Мамонтова вспоминает о другом, некогда крупнейшем спортивном комплексе областного центра. В годы первой волны приватизации его передали в частные руки и переделали в ресторан, а спортсмены перенесли свои тренировки на улицу. Такая судьба может ожидать и сразу 3 крупных спортивных объекта Темиртау. Там в следующем году участникам отдадут плавательный бассейн, стадион «Металлург» и Ледовый дворец. Но культурные и социальные объекты продавать все же сложнее. На торгах куда популярнее коммунальные предприятия, а также компании нацхолдингов. От своих активов избавляется «Казмунайгаз» и «Казахстан Теміржолы». Назия Туякова, Асель Русалиева, Алия Сыздыкова, Айжан Утызбаев и Женебек Доулетбек. Астана, Алматы, Темиртау.